Thank you, Mr. Craig. Dulati, you came on the phone, select to which market, and then you see the report for it. Интересно, какие на условия, как у нас могут быть жизнеспособные модели. И вас активные. Я думаю, действительно, проще из него. Вот, и у нас вот это у нас так. Это условие того, что помню, что на квантовом языке клевитон не является духом, а это условие того, что склерон не является тезисом. Вот. И то, что я вам тут рассказывал, я сказал, что даже на классическом дисплатине, если мы пытаемся эти условия нарушить в ходе эволюции кашки, мы обязательно натыкаемся на серьезную проблему. Вот в этом случае у нас возникает общая несознательная сингулярность кривизны, а в этом случае возникает более слабая сингулярность, но все равно через нее продолжить эволюцию однозначно нельзя. Вот я так, значит, хотел говорить, что это сингулярность стираться основного типа. И трудности, поэтому тут возникают, они их, как говорится, преодолевать можно, но абсолютно разными способами. Вот это сингулярность такого же типа, как сингулярность внутри черной дыры или космологической сингулярности. Это действительно сингулярность, через которую геодезическую продолжить нельзя, вот которые все, вот, так сказать, теоремы, скажем, типа первородных расходника относятся, и чтобы через нее как-то получать теорию, действительно нужно. Вот около такой сингулярности действительно существенный квантовый эффект, и нужно там теряет смысл классическое пространство времени и так далее, и так далее. А вот это сингулярность и другого типа. Так сказать, я бы сказал под некоторым гипнозом всем замечательным Тхольдинга, Пена, Роза. Мы забыли, что вообще, говоря, могут существует в математической физике у дифференциальных уравнений сингулярности более, так сказать, известны более давно, но это термины дифференциальных уравнений обычных производств, это просто случай, когда коэффициент нашей пригоды обращается в нуль. Поэтому вблизи этой сингулярности никаких квантово-операционных эффектов они не существуют, то есть площадки пространства времени остаются, как это самое было. Формально геодезическую продолжить можно, но мы просто не знаем, куда ее продолжить, то есть какое, так сказать, как был геодезический выглядит за ним. И вот возникновение такой сингулярности просто указывает, что у вас сама теория, у вас не спасет, что вы время случается что-то плохое. Просто вот сама наша модель, которую вы взяли, она уже сама внутренне неполна. Вот. И чтобы через такой сингулярность пройти, нужно обращаться в действительности к той микроскопической материи, из которой она возникнет. Ну вот, так сказать, более. Это абсолютно очень похоже на то, что вот я вам рассказывал, что, так сказать, холодная темная материя, она описывается гидродинамикой с точки зрения гравитации. Она описывается пылью. Но описывается пылью только усть. А сока устиками ее просто описывать как односкоростную, пользоваться приближением односкоростной гидродинамики нельзя. И чтобы нам через скоростику прийти, нам нужно обратиться к более микроскопическому физическому представлению о том, из каких частиц, собственно, темная, холодная темная материя устроена, и как они через скоростику проходят. Всем ли они проскакивают, или все-таки там взаимодействие достаточно сильно. То есть нужно обращаться к исходной микроскопической модели. Это уже относится абсолютно к этому случаю. А поскольку я, как говорится, Алёша, извините, вот это решение А, это решение какого уровня? Вот того, которое я написал, давайте вот это. А вот? И вот это. Я просто
дневной ноль, либо уравнение света. Вот. Так вот, значит, просто вот в этом уравнении, вот в этом уравнении, в действительности коэффициент, если вы рассмотрите на его фоне, даже в рамках этого уравнения вы возьмете еще не какое-то одно, и на нем малое звучение. Так просто, говорится, легко сообразить в них, когда вы будете дифференцировать, у вас возникнет его два штриха от нулевого приближения. Это и будет признак, как я сказал, что просто банально коэффициент при старшем производстве обращается в нуль. Мы это знаем из истории специальных уравнений, которые всегда такая особенность. Еще раз повторю, или если у вас есть какая-то микроскопическая картина, откуда эта модель возникла, вам нужно к ней обращаться, там уже решать истинные какие-то более сложные уравнения, и потом обязательно смотреть, как коэффициент модели будет тем меньше тесть, тем больше тесть друг с другом связан. А если, так сказать, я этого не хочу делать, просто по той причине, что у меня, так сказать, нет какой-то хорошей микроскопической модели, я как осматриваю все на чисто феноменологическому уровню. Это значит то, что мне нужно только таких моделей, в которых такое встречается, мне нужно просто избегать. Вот этой причине, что я хочу, что в них я не могу никакого предсказания, я в них не могу еще дальше кашли, я не могу никакого предсказания, чтобы можно было бы сравнить с экспериментом и сделать. То значит, следует, что даже на отражение этих условий следует избегать даже из чисто классической теории, и если вы хотите иметь безумность. Теперь, значит, следующий класс условий, конечно, у нас в каком-то пределе мы должны выходить на эйнштейновскую теорию относительности, а еще, лучше сказать, это бескрасие мало по сравнению с функцией света, мы, конечно, должны выходить на ньютоновскую гравитацию. Значит, условия, в принципе, перехода существования ньютонцев. Значит, ну, довольно легко, так сказать, довольно естественно ожидать. Значит, я вам, как говорится, тут действительно напомню о вообще структуре моих лекций. Я заберу. Поскольку я вам в этом смысле рассказываю сразу и то, очень большое количество работ. Вообще по этой тематике, последние по 3 года, в общем, несколько сотен самих статей. Вот. Но из них только будет понимать, что осталось. То у меня, так сказать, структура, я еще раз напомню, я, так сказать, доказательства не делаю, я вам заставлю проблему и привожу вот ответ. Вот, так сказать, вот что вышло, вот, краткий итог всех больших предложенных работ. Вот, дальше вы довольно естественно думаете, и оказывается, что действительно так, что во-первых, для того, чтобы существовал ньютоновский предел, во-первых, сама, я напомню, F большое, это есть не эйнштейновская поправка, отличие функции малая F от R, которая есть эйнштейновская действие. Значит, сама поправка должна быть мала по сравнению с эйнштейновским действием. Ее производная по R должна быть много меньше одного, довольно, так сказать, естественно, говоря, что должно быть что-то такое похожее, а более, так сказать, анализ деталей показывает, что физический смысл этого условия состоит в том, что значит, эта теория, поскольку это измодифицированная гравитация, в некотором смысле постоянная гравитация, по остальным законам Ньютона не является уже постоянной, а сама начинает зависеть от кривизны касаться внутри. Вот, значит, F-тих – это, так сказать, поправка к эффективной ньютоновской постоянной относительная поправка, она мала. Просто по условию того, что недостаточно в первом приближении ньютоновской постоянной действительной является постоянной. Вот. А вот эти условия, вот, так сказать, с первого взгляда, неожиданные, но просто анализ уравнений показывает, что для того, чтобы был ньютоновский предел, еще вот нужно вот такое условие. И поскольку я вам там на одном из предыдущих слайдов показывал, что в некотором
приближение вот этих М2Х, здесь обратный квадрат массы, масса этой скалярной частицы. Значит, чуть есть искусство этого условия, это есть WKB, что изработает WKB приближение и комптоновская длина скалярной частицы мала по сравнению с радиусом кривизны пространства. Ну вот, значит, единственное, что, значит, все-таки, если мы хотим описывать современную темную энергию, то там все-таки на очень больших масштабах и на очень малых кризисах мы все-таки хотим, чтобы не хотели там, пусть хоть несколько процентов, но все-таки отклонение от ньютонских целей. Поэтому я это условие накладываю не при всех коллективах, а при коллективах существенно больше, чем современная космическая кривизна, которая стерна, то есть или стерна в плотности массы, в плотностях существенно больше, чем 10⁻²⁹ грамма сантиметра. И для всех очень больших плотностей, для которых мы и из лабораторных, и из астрономических наблюдений мы, так сказать, отличаем от ньютонских теорий не видим, и самые такие большие плотности, где мы видим, это, ну, сказать, не буквально, но, так сказать, рассчитываются по моделям, это и плотность в центре ньютонных звезд, это плотность порядка 10⁻¹ грамма сантиметра. Вот, оказывается, эти же условия, они, так сказать, дают нам и малость отклонения от общей теории относительности. Вот, теперь, значит, это значит следующее. Теперь кажется третий. Теперь идут лабораторные тесты и тесты в Солнечной системе. Главное, что, значит, мы в опыты по типу КВМИШа, по проверке закона Ньютона. Ну вот сейчас дошли вот до такого, как говорится, очень малого расстояния 50 микрон, то есть вот самый самый такой, что силы взаимодействия между двумя телами, планы есть просто уже М1, М2, извините, на R². Вот до расстояния R порядка 50 микрон, никаких отношений, отклонения от ньютонского закона не обнаружено. Ну а, так сказать, общий для такой теории, как, кстати, для дилатона, который возникает в теории струн, то есть поскольку это массивная скалярная частица, то отклонения, они бы имели вид дьюковской силы, которая на расстояниях существенно больше комптоновской длины, она экспоненциально падает, ну а на расстояниях меньше, там где эта самая скалярная частица безмассовая, кстати, эффект будет такой же, как был бы у дилатона, я думаю, еще потом будет вернусь, что, говорится, кратко, знак, вот тот знак, кстати, обеспечивающийся именно тем условием, что скалярные частицы не есть тахион, он соответствует тому, что у вас возникает, значит, скалярная гравитация, опять-таки притягивающая, русским центром отдалить. То есть мы бы в режиме, когда есть скалярная частица, можно считать безмассовой, мы должны были бы ожидать увеличения эффективной гравитационной постоянной на 33%. Вот, теперь, значит, эффекты другого типа. Значит, мы не видим, глядя на постньютоновские поправки в Солнечной системе, мы, так сказать, не видим пока никаких отклонений от тех значений, которые должны следовать по Эйнштейновской теории, значит, они конкретно вот, но это в действительности коэффициенты в последующем изложении метрики пространства времени за ньютонскими значениями. Вот, значит, конкретно в теории Эйнштейна вот эти коэффициенты гамма равны единицы, значит, мы уже с точностью до 10⁴, это для коэффициента бета, а для коэффициента гамма даже слегка большая точность, уже до примерно 10⁵, мы их отклонений не видим. Значит, вот это тоже нужно, соблюсти, но я вам даже сейчас вот конкретно условия на F не буду показывать, поскольку я вам объясню о том, что эти тесты,
самые критические. Это модели Эпатера. Более критическими являются физиологические тесты по трансмущению. Вот теперь четвертое условие возникает в том, значит, оно, я еще раз напомню, что я вот этот самый Эпатер, все теории мы в конечном счете хотим применить для описания дезинфилских степени, то есть либо для первичной темной энергии, либо для несовременной темной энергии. Вот это условие относится, конечно, к современной темной энергии. И оно просто отражает тот экспериментальный факт, о котором я уже сказал, что никаких отклонений на уровне 10% для некоторых там усредненных величин. Никаких отклонений тензора энергии импульса современной темной энергии от точной космологической частоты постоянной не видим. Ну а для этого нам нужно, чтобы в уравнении у нас существовало в будущем устойчивое или, по крайней мере, метастабильное дезинфилское состояние. Значит, как я вам уже раньше писал, вообще дезинфилские состояния. Это решения, в которых тензор Гримана, а в частности R есть константа, они доверяются кардинально того уравнения алгебрического, которое я написал. Тут еще нужно добавить условие устойчивости. Значит, условие устойчивости состоит в том, что вот если R dS, который есть константа, есть корень вот того уравнения, которое я раньше писал, то это значение производных, первых, вторых производных, этой точки, этой точки должны удовлетворять такому условию. Далее, это же не все, что есть в этом. Я хотел вам показать, что когда вы вот как бы, так сказать, теоретическую модель начинаете говорить в действительности, нужно, как говорится, удовлетворить массе условий. И следующее. Теперь вот в действительности для человека этого типа это оказывается самый критический тест. То есть, и вот я за Терри скажу, вот, в частности, вот мой интерес к Терри, ну, с одной стороны, они, как я сказал, могут быть в них, как говорится, лагражан формулируются сразу, как говорится, в четком виде, в замкнутом виде, а не, так сказать, а не только в отрежении пола, от камни первой. А второй этой теории довольно легко, ну, довольно легко и фальсифицируют. То есть их можно, вот, в отличие от многих других, обобщений теории Эйнштейна, они настолько, как говорится, легко фальсифицируются, что их, как говорится, полного исключения или, так сказать, в случае удачи, как говорится, обнаружения, можно действительно ждать в течение ближайших и трех лет. В этом смысле, как говорится, я просто достаточно. Так вот, оказывается, значит, этот тест связанный вот с чем, как я сказал, когда мы говорим о космологических тестах, значит, вот данные теории предсказывают, они, во-первых, предсказывают, как у вас масштабный фактор меняется, как функция отмерения. А во-вторых, второй тест, по которому мы можем измерить, этот тест оказывается значительно более чувствительным. Вот, как я сказал, вот на фоне, теперь на фоне вот этого фонового изотопного пространства лоботирования, мы рассматриваем эволюцию малых возмущений. Эволюцию малых возмущений эволюционно скучивающейся. Скучивающиеся компоненты и на относительно малых длинных волн, на относительно малых масштабах, существенно меньших с временных хабловской длины, на которых вы вот это самое скучивание реально скучивание как математический формулирует. Вектор окрон. Что? И материи. А что именно? Говорит, скаляное возмущение, вот, пожалуйста. Изучение, как это Ландау пишется. Эволюция скалярных возмущений на стадии до изменения физической материи. Вот. Значит, и в этом смысле наличие темной материи появляется там только в том,
что вот самый А, вот этот самый масштабный фактор А, это не есть четвертик, не две трети, а лишь некая, как говорится, более сложная функция. А так все буквально уравнения, написанные в Ландау, пишутся, то не более, после, говорится, буквально, говорится, приносится. С оговоркой, значит, вот тут значит, я стихотворец упростил. Значит, это было бы так вот для физической теории, энергии, а специфической теории F от R, что вот в них возникает в том режиме, когда у вас скрилон эффективно становится безмассовым, у вас как бы возникает, что эффективное гравитационное расстояние возрастает на 30%, и возрастает. Из-за этого стандартное, опять же, написано, надо движется, там еще в 45-м году. Закон роста дельта ро кромо там написан в нерегистрической компоненте, вместо закона Т в степени 2 третьего, Т в степени 2 третьего, из-за того, что, я как я сказал, эффективно гравитационное расстояние на 1 треть возросла, у вас возникает вот такой и нетривиальный закон. Из-за этого у вас возникает как бы эффективная передаточная функция, зависящая от А. То есть вот Т в степени 2 третьего сменяется на этот закон для разных длин волн в разные моменты. Это происходит относительно недавно, скажем, для масштаба поэтому богатых скоплений, это возникает всего прекрасных смещений по поэтам трех, там, на галактику, по интернете самой трети. То есть это действительно недавний эффект, и он приводит к тому, что у вас искажается, сжигается свет. И из-за этого вот основная самая критическая предсказание всего, относящееся к всему этому классу моделей, и без, даже и не зависящее от функции C. Это вот только единственное условие, что у вас и возникает такой и движение, что у вас спектр так называемый спектр первичных возмущений, измеренный двумя независимыми способами по реликтовым флуктуациям реликтового излучения, которые в основном связаны с тем, как оно себя вело в момент рекомбинации, достаточно давно при каждом совмещении порядка 1100. Он будет отличаться от того непосредственного измеренного спектра, который вы получаете, скажем, или буквально измеряющий сейчас коррекционную функцию контакта, или, оказывается, существует более чувствительный метод измерять обилие скопления контакта, как функцию отказного смещения. И вот из того факта, что мы пока вот такого, такой разницы мы пока не видим, опять-таки, в пределах ошибок наблюдений, которые вот там снова по порядка 10%, и в действительности самые сильные условия, самые сильные ограничения на теорию и возникают. И последнее, оказывается, это еще не все. Значит, оказывается, вот мы, если мы, так сказать, думаем, импульсионные модели, как вы видите, все говорится, достаточно просто, и я скажу вполне элегантно. А вот когда мы, значит, и пытаемся построить модель с инклюзивной темной энергией в эфатер и гравитации, вам оказывается недостаточно только удовлетворить вот принципом внутренней согласованности теории, и достаточно верить, что она удовлетворяет лабораторным данным в собственной системе, и достаточно даже вот проверить космологические тесты на полупалых, на малых красных смещениях. А
Оказывается, еще интересный, это вот был самый последний шаг, вот когда только в моей лице там открыл портфель, вам потом эту службу укажу. Моя работа с двумя авторами уже в этом году. Оказывается, вам нужно думать, что вам нужно не испортить всю причастность, все предсказание. И Алексей, что в такой материи, которая описывает, как себя ведет себя на сейчас или не слишком далеко в прошлом, еще это нужно, чтобы все проверить, нужно, тем не менее, за и принять прошлое, и проверить, что вы не, что вы не, что вы не испортили необходимость с вами длинной стадии, минирования материи, значит, не испортируется, не испортируется, правильно, не испортили рекомендацию, не испортили того, что три должна причастствовать стадии до гневной излучения, которое должна быть стандартной, пока не мерить до момента, до момента Big Bang нюклеат и синтезис, значит, первичного космологического нуклеосинтеза легких элементов. И оказывается, в конце концов, оказывается, что мы и в такой, и в таких теориях у нас нам инициация нужна, ну, это какая-то. Что мы ее из существования не должны испортить тоже. И поэтому, значит, я вам опять это объясню позднее, оказывается, что даже если мы и вначале хотели описывать только с элементами, чем энергии, и как-то вводили какие-то, которые происходят в их ученых изначальных. На значениях кризисных остаться в этой. Оказывается, что мы должны думать о том, и как себя позиция этот патент и ведет себя при больших значениях. Значит, вот значит, сколько нужно вот в ходе, я подчеркиваю, что до этого всего и дошли не сразу, а так сказать, именно из-за этого я и сказал, что когда я по этой тематике были написаны сотни работ, из них сейчас, так сказать, у меня осталось ничтожная процедура, поскольку во всех остальных каким-нибудь из этих необходимых, какой-нибудь из этих необходимых условий не читывал. Вот. Теперь, значит, теперь уже, вот, так сказать, после того, как мы и сформулировали все необходимые условия, теперь я уже приступаю к конкретным результатам. И, так сказать, вот, ведь первое, что, это, значит, какие в этой теории гравитации существуют инфляционные модели. Значит, ответ. Оказывается, что вот эти инфляционные модели строятся довольно естественно. И в первом, самая простая модель, вот самый, говорится, самый первый и нетривиальный вид функции f от t. Как я вам сказал, у условия, которое у меня накладывалось с самого начала, что вторая производная от f не обращается тождественно. И какую самую простую функцию можно, как говорится, добавить эйнштейновской, чтобы это условие и выполнялось. В очередь, это вот так. Вот, то есть, самый простой, самый, говорится, простой, простейший и нетривиальный вид функции f от f уже приводит к вполне, как говорится, простой и естественной инфляционной модели. Здесь я выбрал коэффициент 6 с той целью, чтобы вот эта самая постоянная R в
частицы искали ядро. И вот уже в 10-й у Рожественницы в моей работе 1980 года было пока сцена, что на основе вот, вот такой весны Эйнштейнской теории гравитации можно построить инфляционную модель. И это вот если Эйнштейнская была первая инфляционная, это была первая внутренняя посоветовательная инфляционная модель, обладающие всеми теми элементами, которые сейчас считаются для них необходимыми. Она обладала медленным скатыванием. Сейчас я сам объясню более и детально. Она обладала то, что называется по-английски количество, значит, она обладала гладким и выходом на последующую постинфляционную стадию, то есть в ходе распада инфляционной стадии и возникало больших неоднородностей. И в ней существовал, значит, вполне хороший механизм разогрева и материи. А вот в этой материи попос с неконцентрированной инфляционной стадии и передачи энергии от этой самой искажения частицы от скальдионов обычной и материи. И более того, значит, в этой теории четкое, это всего вниз держится всего один параметр, этот параметр мы определяем изобретательные данные о амплитуде возмущения плотности, о измененной амплитуде возмущения плотности, и после этого анализа полностью фиксированы, и можно рассчитывать какие-то наблюдательные высказания, как наклон спектра. Наклон спектра скальдальных возмущений или отношение амплитуд первичных инфляционных волн к амплитуде первичных скальдальных возмущений. Как вы сейчас в следующем слайде увидите, вот то, что измерено, то есть пока что, мы пока что это довольно важная ошибка, вот это самый, наклон спектра, именно в точности того, как эту модель предсказывает. То есть эта модель, вот, хотя бы 30 лет прошло, и на данный момент действия инфляционных моделей будут должны полагающие были и фальсифицированы. Но благодаря тренинговыми данными эта модель пока что будет спокойно живет. Ну вот, значит, вот. Кроме того, я сказал, она очень беспроста и элегантна. Значит, она действительно она обладает инфляционной стадией, значит, и квазидесятинской. И квазидесятинская – это стадия, на которых аж не есть строго константа по атрибуту Хаббла, но медленно меняется. Медленно меняется по схемическим, с единственной величиной, которая сама эту самую десятинскую стадию и характеризует, ее говорится, железа H, то есть H точкой он много меньше, чем H квадрат. Здесь условия медленного скатывания, и действительно, говорится, легко вот глядя на этот закон, TF Бергант конца инфляционной стадии. И легко говорится видеть, что если H немного больше, то действительно эти условия выполняются. Ну вот, значит, теперь в условиях того, как я сказал, это следует, и если вы теперь фиксируете последние наблюдательными данными, то есть тогда вы, как говорится, это следует, я говорю, значит, в рамках, конечно, такой феноменальной схемы дели мы ничего величине М сказать не можем, и единственное только условие, чтобы
чтобы вообще пользоваться монетами классического пространства, патентирования, нам только единственное нужно считать, что 50 задавать много меньше фаланковской массы. Вот, к счастью, если мы хотим, так сказать, эту модель описывать действительно термин инфляцию, то, к счастью, от нас наблюдают данные и требуют, чтобы затем существенно безмечен. Ну вот, величина n, это так называемое, это необходимое число этих самых и фолги, он нам фолги, это, так сказать, это расширение всей и длины и в е. И трасс. То есть число и фондов это есть изменение логарифма важного. Ну вот, значит, это число, оно немножко зависит от деталей, на какие конкретно частицы рождаются при распаде. Вот это скандальные частицы, которые происходят в режиме, который на оборот, в обратном режиме, когда кризис становится много меньше. И параллельное происхождение, откуда вообще говорится, представление, откуда вообще берутся числа порядка 50. Ну вот если они просто перейдутся, из отношения, вот есть величина, но, так сказать, в первом приближении это просто есть логарифм современной хаббловской длины, которая есть скорость света, определенная на постоянную хаббл, на тепловую длину фотона триктора. И излучение соответствующее максимуму спектре для фотонов с температурой 2,7 градуса Кельвина, которое, как следует, так сказать, из распределения Планка, есть у меня примерно 1 миллиметр. Ну вот, это было бы по 3,70, но этого, как говорится, этого число было бы задано, если бы инфляция происходила и на планковской кривизне. А за счет того, что инфляция длится происходит вот, при масштабе на выбитвите на по энергии на 6 меньше, то есть у вас, так сказать, вы должны там от этой оценивать, так сказать, и эти некоторые программы отнять, и вот эти самые вот такие числа и возникают. Ну вот, теперь, значит, как я сказал, уже после того, как вы зафиксировали M, у вас уже данные теории больше свободы по трендингам нет. И можно делать однозначное предсказание. Вот самое важное предсказание, это вот, значит, NS, это наклон спектра. То есть, если вы имеете мощность P от K для амплитуды скалярных возмущений, значит, мощность фольга пространства, то ее логарифмическая изводная d от логарифма p по d от логарифма k, ее логарифмическая изводная по масштабу, это и есть индекс спектра. Индекс спектра, то есть он правда близ k на степени n, s. Ну, по историческим причинам его пишут не k в степени ns, а k в степени ns плюс 1. Ну, это просто чисто такое историческое обозначение. То есть вот в случае ns коммерца А1, он бы соответствовал в точности масштабной инвариантному спектру. То есть такой ситуации, когда каждый инвариантический интервал длинный волн и этих самых k, обратник длинном дает одинаковый вклад в полное
вот основное предсказание о всех моделях, что у вас НС единичный в точности 1, а есть малая добавка, которая есть подрядка N в единичной первой степени. Где вот это, а вот этот уже говорится коэффициент, который стоит тут, он играется по трагаться по модели трашки. Вот предсказание конкретно этой модели вот такое. И вот специфика того, что все-таки не эйнштейнской модели, это вот эта самая величина R. R это ну там все, что за некоторые условно некого коэффициента, есть отношение амплитуд гравитационных волночек, и на инфляцию у вас генерируются не только, у вас генерируются все степени свободы, флуктуации всех степеней свободы данной теории. Флуктуации скалярные, которые возникают из исходных происхождений вот этих флуктуаций, из квантовых флуктуаций склерона во время инфляции. А вот это, а кроме того, если у вас еще есть, у вас еще есть гравитоны, они дают квантовые флуктуации, гравитонов, то рождаются, на космическом низке рождаются гравитационные волны. Так вот, значит, отношение амплитуд гравитационных волн, там по отношению амплитуд скалярных возмущений, в отличие от теории, где инфлатоном является скалярный волн, там эффект порядка n в минус и в минус первой степени. Здесь скалярный, вот именно специфика этой самой, не эйнштейнская специфика, что-то чужого толкнуться, это порядка n в минус второй степени, из-за этого R оказывается достаточно много. Ну вот, такое, говорится, пока что мы имеем вот такое, говорится, предсказание на уровне 1 сигма. Ну, как видите, говорится, пока согласие есть. А на R мы, поскольку мы пока никаких первоответных лицовых волн открыть не смогли, у нас вот есть ограничение сигма. Так вот, значит, сейчас уже есть, уже работает, скажем, эксперимент Планка, и он, так сказать, в течение ближайших 2-3 лет сможет тут ошибку уменьшить трансакциональный эффект. Если мы вот это предсказание будет проявлено со значительно большей точности, и пицца здесь он примерно раз и раз в 5. То есть, значит, специфика такая, значит, если, так сказать, по упорту открытие гравитационной волны, то эта модель пиццы не проходит. А, кстати, самый простейший вариант, вот, я вам напомню, инфляции, которые управляют скалярными волнами, самый такой простейший, вот, который, так сказать, мы по всей действительности рассматриваем, я его рассматриваю, и Линда его рассматриваю, в частности, и Сатмар Пичева рассматривал тоже, это самое простое, что может быть, самая простая модель скалярного поля, это просто массивное свободное для меня поле, с потенциалом М в квадрате фи и в квадрате. Так вот, интересно оказывается, что такая модель предсказывает такую же форму дает для НС, но она дает существенно больше значения Р, где уже будет не единственная квадрата, а там некая константа трезвенный найм, а чисто нам предсказывает R 0,14, что уже в действительности более-менее на и крайних и современных наблюдательных данных находится. Так вот, в некотором случае, вот в таком, говорится, значит, вопросе инфляции, главная интрига, вот, которая действительно мы живем от эксперимента Планка, значит, вот, если он, говорится, подтвердит вот эту самую цифру 0,96 и ее, так сказать, существует, он в тянечении, то откроет ли он гравитационные волны или не откроет. Значит, если он откроет, то значит, мы скажем, что, так сказать, это была инфляция на скалярном поле из потенциала компографии фи в квадрате. А вот если не откроет, и, скажем, примерно до 1% дойдет, то, как говорится, самое простое модель, которое будет предсказано,
самая R-квадрат модель, она в некотором смысле не только самая простейшая модель инфляции, она в некотором смысле и характерная для всех остальных возможных моделей, возможных инфляционных моделей, которые уже давали слегка другой значение для NS, а именно и в каком смысле? Мы, кажется, знаем, что из теоретического поля два типичных класса, так сказать, модели хаотической инфляции, в которых в ходе инфляции проходится целый интервал, медленно проходится целый интервал, и значение скалярного поля, и значение кривизны. А второй случай, это, так сказать, новая инфляция, это в которой инфляция происходит при одном фиксированном. И значения. Так вот, аналогом, как говорится, хаотической инфляции. Это у вас оказалось в этой теории гравитации является тот случай, оказывается, что это происходит тогда, когда f от r имеет вот такой вид. F квадрат угодно на медленно меняющуюся функцию при больших r. Медленно меняющиеся, это значит, что, в принципе, первая производная мала по сравнению с самой функцией дельта f, и вторая производная мала по сравнению с самой функцией дельта f. Ну, то есть, типичный пример, то функция, скажем, логарифмная. Или вообще, по-произвольной, но не слишком быстро растущая функция от логарифма. Ну, то есть, опять-таки, и главным тут как бы является R-квадрат. Вот. А аналогом к новой инфляции вам для этого вот вам необходимо, чтобы выполнять эти два условия. То есть, первый есть просто вот то самое уравнение, алгебраическое уравнение для определения кармии, что расслабляет такой дистанционный режим существует, а это условие того, что он как раз находится на границе области стабильности. И из этих уравнений явно видно, что и в этом случае f от r близко к r квадрат при r близко к r. То есть вот окончательно мое изобретение было инфляционных моделей, что все, так сказать, все возможные инфляционные модели, а они говорят, близкие то модели r квадрат, вот в некотором интервале значения. Ну вот, значит, вот на этом, говорится, вот окончательно, вот я скажу на этом
пресекать лицемал или по аквариуму в терминах уже буквально без кривизны, R размерный снег это обратный квадрат, обратный и квадрат и длинный. То есть это 10 минус 56 обратный сантиметр. Вот мы дальше при этих малых мы так и хотим изменить от этих учительского слова. Дай нам, чтобы описаться и изменить. Это казалось существенно сложнее, именно как я сказал вам нужно. Какая форма, откуда берется? Это как это же произвол, как говорится, бесконечно. Так вот, значит, оказывается, вот я сказал, вот именно вот, вот значит, оказалось, что произвол и не бесконечный, то есть он, конечно, как сам говорит, есть открытое, есть компактное, но открытое, умное множество всех возможных функций. Но оказалось, что, так сказать, тем, вот это, как говорится, вид, эти да, попки, он очень сильно ограничен наблюдательный метод. Значит, и для этого, так сказать, что здесь важно. Очень во многих сил было потрачено на гипотезу, действительности ниоткуда не следующий, ни с какой методики, что у вас эпатер и расходится. Расходится в нуле. Значит, за тренинг, который значит, это оказалось полностью тот криповый путь, при таком, при такой попытке вы либо не можете удовлетворить тем условиям устойчивости, которые я написал с самого начала, или у вас не подключается, или вы не можете удовлетворить четвертым устойчивости, а его условия существования устойчивого. Поэтому успех, вот, так сказать, это самый малый Т, это модель, ну, это абсолютно такая же, как у всех моделей скандальных метров, как на модель изнутри, как скажем, это модель и модель отсюда. Это значит, был успех достигнут, что вы здесь это на оборотах стали работать с функциями, самые естественные лицевые, что f от нуля, где f от нуля, как вы видите, обращается в нуль. То есть это я даже вот в своей разработке назвал исчезающей космологической постоянной. То есть это гипотеза о том, что у вас в плоском пространстве, у вас плохо. По какой-то причине, следующий совсем не из космологии, из квантовой теории поля, плоского пространства в времени, космологическая постоянная энергия вакуума обращается к лицу. Ну, в действительности это, в некотором смысле, это предположение, которое можно объяснять, оно и основная причина, почему вы естественно взять, что если вы вводите руками, космологическую постоянную или в данном случае действительно можно назвать энергию вакуума поскольку я вам сказал, что наблюдательная, то есть совсем наблюдательным данным точно космологическая постоянная удовлетворяет, то спрашивается вообще, почему тогда говорится вообще и называем кинетику, все это будет длинной деятельностью, эпотенцию. То есть наша идея все эти работы была построить какую-то модель альтернативную, космологической постоянной и введенной руками. Значит, поэтому-то мы иногда вот это условие подчеркиваем, это должно объяснять и не космология, а квантовые поля, почему в процессе времени Минковского в действительности никакой плакунной энергии нет.
puede verse como el modo práctico cuando venía y llegamos a preguntarle y explicar entonces interrogamos el niño mandado y me aí lá que e o outro supuesto que foi o vaso de supuesto que quando vai chegar o dia o do curso é a sua é tudo que vai fazer o se for fazer da casa tanto para trabalhar e menos trabalhar é a sua então isso foi que se fez depois que o dia lá que se fez foi baixo que ele fica o vaso vai ficar induzido né Звоните постоянно, индуцированное кривизной пространства воздуха. И третье, вот что важно, и вот в эти детали эти три модели слегка отличаются, что вы эти константы должны стремиться достаточно быстро. Как, либо как некая достаточно большая степень, или экспоненциально. Вот сейчас вот и помимо теории и действительности, и вот в этой тоже у вас стремление f от r, при большом f, f есть r, плюс константа, плюс r падающий, как в некоторой степени, это вот это вам позволяет экспоненциально. Это важно. Ну вот, а сам конкретный вид, ну вам все нужно интерпай какой-то произвести, интерпай, ну и действительно, вот можно еще, при этом, как у вас, как я сказал, не первая, не вторая производная от этой функции не обращались друг и друг. То есть, конечно, тут некий функциональный производный специалист, но это можно можно рассматривать как вот некую аксиомацию, ну, так сказать, аналог некий экспонент аксиомации. Вот, значит, вот, оказывается, вот, значит, теперь следующее утверждение относительно всех этих трех моделей 2007 года, значит, они удовлетворяют первым пяти условиям, первым пяти условиям из тех шести условий, которые сформулировал лицарящий. Но здесь действительно, что мы и все люди не сделали тогда, не было бы проблемы, что они не испортят свои границы. Ну вот, у них интересное свойство, вот сейчас есть свойство, относящееся ко всем этим моделям, у нас, так сказать, более детально, сейчас вот оно было сделано в этой недавней работе, они все обладают так называемым фантомным. Попадение, да? Значит, для величина W это отношение давления, эффективного давления к темной энергии, к эффективной плотности энергии, темной энергии. Значит, для космологической постоянной океана это в точности есть, в точности плюс 1. Вот для любой модели, если вы возьмете любое скалярное поле с любым потенциалом, то это легко быть видно, что для него тубалька всегда больше, чем минус 1. Поэтому такой бессилизм, когда тубалька больше минус 1 называется нормальным. А в данной теории, оказывается, может возникать ситуация, что когда соотношение давления в плотности энергии определенного, так как я вот вам показывал на одном из моих предыдущих слайдов, может быть меньше, чем минус 1. Это называется фантом. Подтверждение, значит, его ни в какой теории для современной темной энергии в мае моделируете минимально связанным с калинным полем, с произвольным потенциалом. И такого эффекта и достичь никогда нельзя. Он именно эффект и специфический для вот такой не H2.
все поняли. Ну вот, скажите, довольно неожиданно оказалось то, что в некоторых раньше предшествующих моделях мы думали, что подобное поведение должно достигаться при малых красных срыщниках. Это оказывается вот в этом профитере не так. То есть в этом профитере обратно происходит, что при малых красных смещениях у вас поведение тюрьмы энергии нормальное, а вот это самое фантомное возникает, тут вообще кажется, что смещение нас достанет до пневматики. Вот теперь следующее слово, это самое аномального этого соразмещения. Вот тут, как я сказал, вот, так сказать, вот, если вы, так сказать, глянете в учебник, так сказать, пожалуйста, когда вы пишете, по Меркурию, мама, там можно найти, вот, что уравнение дельта есть по определению дельта рукро в первичной компоненте, это возмущение полностью при первичной компоненте, а его отличие от этого в Эйнштейновском случае действительно полностью стоит константа, правда, обратного значения постоянно тяготели Эйнштейна. А вот здесь, когда вы видите, стоит вот более хитрая функция, зависящая от k, от масштаба. И вот она обладает именно тем свойством, о котором я сказал. Ну, в ньютоновском режиме, как я вам объяснял, f' это приблизительно 1, так же есть главный эффект, он как из-за этого самоучителя. И как вы видите, если k достаточно мало, это есть режим, в котором скалярная частица скалярной является достаточно массивным, то у вас c 1. А вот в режиме обратном, то есть когда скалярон эффективно становится бесмассовым, и возникает вот эффект. А как я вам рассказывал, то есть как бы эффективная персона постоянно подрастает на одну. Ну вот из-за этого вот в частности вот. А как сделать, что этот эффект он относительно и большой. И главным образом вот этот самый яйцекрасный прививает максимум того, что можно было бы иметь. При тех параметрах, при которых выполняется четвертое из условий, о котором я вам рассказывал раньше, условие того, что у вас существует в будущем устойчивое действительно состояние. То есть вот и любом из сумки этот небольшой, но оказывается, что уже точность добрения, которая сейчас как раз примерно на уровне 10%, на уровне 11%, или, так сказать, 20%, если брать даже самых из запасов. Она как-то называется корм. Вот отсюда возникает условие, которое было показано на вот, что вот даже при таком функциональном виде вам должно разобрать N, по крайней мере, цена 2. Это, если вы хотите иметь хотя бы эффект порядка там, 1% для изменения фоновой величины, и поэтому хотите и понимаете в противоречии в данные по политике возмущения и домашнего скопления, то оказывается, нужно брать функцию, которая достаточно быстро стремится к константе, Да, и вот, кстати, уже оказывается, что вот это n, при таком n, вот это поправка к r плюс константу, вот эта поправка, при тех значениях r, которые соответствуют тем рецептурностям в материи, которые есть в Солнечной системе, и уж тем более тем, которые есть в наших и в лабораторных
правда настолько мала, оказывается, что уже все, как говорится, возможные, как говорится, то она не будет давать ничего ни для лабораторных тестов, ни для тестов в солнечной системе. Чему я еще раз хочу подчеркнуть, для теории такого типа, записывая с помощью теории, как я написал, с временными теориями. Самыми критическими являются вот эти тесты по аномальному тросту и возмущению в гравитационно скучной композиции. Значит, вот тут сказано, это техническая история, что мы пока что совсем не волновались. Эта модель, вот, действительно, она очень хорошо описывает всенаблюдаемые свойства с иными энергиями. А вот не будет ли она всех достижений космологии? И это следует, вот теперь давайте посмотрим структуру поправок по общей теории относительности таких квадратов. Вот у вас структура такая, вот это есть эйнштейнское значение, которое действительно вот как в эйнштейнской теории, оно определяется просто следом центра энергии и материи, и который, поскольку я сказал, это пыль, вот это самое, я в сроку себя не идет, а и в минус 3 истинно. Вот. Теперь второй член, который я называю индуцированным, он, так сказать, не осцилирующего реактора. Он, так сказать, возникает, что когда мы пишем уравнение света, он возникает, это как бы не однородное решение, не однородное с точки зрения теории. Две уравнение. То есть то, которое возникает, когда вы эйнштейновское решение поставите в те дополнительные члены, которые возникают в FAT имитации. Ну, вот, оно имеет вот такой вид, где R, в точности, как я сказал, где в качестве R мы подставляем эйнштейновское решение. Но говорится, кроме этого, поскольку это как раз отражает тот факт, что наши эфатер гравитация обладает тысячами скаляний и степенью слова полной. У вас еще возникает член, осцилирующий член, который попросту представляет собой вот эти самые, которые, значит, с квантами, на квантовом физике он просто описывает и свободные скаля породы. И вот как он себя, как говорится, ведет на стадии материи, и вот он качает себя, он ведет на стадии дайфинирования. Значит, первое, что плохо, то вот мы тестируемся и к нулю, то есть и в прошлом, да, и нами все длины. Эта штука очень быстро перешивается. А эта штука есть, ну, так сказать, или уже не она, а ее дифференциал ВАТа, есть эффективная масса. Вот как часто довольно быстро, это те вот это, которые я написал, довольно быстро, и один мне в какой-нибудь там толстском мне изжили. А вообще для некоторых моделей это еще даже на стадии и материи,
или там сами да, излучения, вот это самое производит, то есть эффективная частота, а осцилляции может, вполне может превысить фаланговскую массу. Это плохо. Ну, так сказать, почему плохо? Значит, ну, такое напомнение, именно, так сказать, я бы сказал, по качествам если мы деревья какую-то платить частицу, должна масса привезла, то есть плановскую массу, но если поясмотреться, эта частица, да, эта частица у нее, поскольку ее кантонский радиус окажется меньше ее присутного градуса, она должна сколлапсировать и превратиться и в черную дыру. И друг, который за тем, там, скорее всего, будет там испаряться, как полагается, если это Ходинга, и так далее. Вот. Но мы действительно ясно, что мы, конечно, такой процесс мы рассчитаем при цене можем пройти, и вот, поэтому более формальная кинетическая цель и печаль, которая делает действительно этот трех квадратных по теории. Состоит в том, что когда, так сказать, масса осцилляет, то есть когда частота осцилляции, так сказать, масса квазичастицы приближается к плановской массе, у вас просто петлевые квантовые триады из петлевых коррекционных поправок начинают делиться. Это значит, что мы больше и не можем это процессово доктрины рассматривать как иглотическое. Ну вот, значит, поэтому, опять-таки, если мы хотим все-таки иметь возможность, вот в такой, как говорится, ну, классической, и хотя бы квазипластической патриоритации делать какие-то количественно ответные высказания, мы такого режима должны измерить. Второе, что в этом плохо, что расходится, к сожалению, не только частота, а еще расходится амплитуда тоже. И на квантовые стыки вот это амплитуда был просто пропорционален числу этих скалярных частиц. То есть это говорит о том, что у нас на горе не кстати этих скалярных частиц не слишком много. Можно, так сказать, назвать проблемой переизбытка этих скалярных частиц. Это примерно проблема такого же типа, вот это, так сказать, вот сейчас, если вот Сурскому очень знакомо, это такого абсолютно такого же проблема, такого же типа, как проблема из списка и Гребенкина и всех других частиц. В этом смысле мы приходим и к тому же. Ну вот, отсюда поэтому, как говорится, за интересно то, что осцилляции в масштабном факторе, они всегда малы, но вот, как говорится, амплитуды осцилляции и расходятся. Это швы для того, чтобы не испортить нам и космологии гистограмме затрагивать все данные, нам нужно откуда-то, да, вписаться того, чтобы амплитуда этого члена была очень малая, это прямо с самого начала. Вот как я сказал, это самое место и право темы перепроизводства этих скалярных частиц.
чистится. Вот, значит, возникает какой-то проблем, и сейчас, как вы видите, у вас возникает еще и третья, и третья проблема. Вот я как бы сказал. Первое правило это не ограниченные трусмассы массы скалерона, быть имеющимся к нулю. Вторая концентрала время это не ограниченный рост амплитуды осцилляции. А кроме этого, оказывается, что поскольку вот во всех тех моделях, как я сказал, f вот, то есть разница f от r минус f от бесконечности, которую я бы сказал, есть константы, которые есть какие-то самые эффективные космологические постоянные индуцированные переживания, она у вас стремится, как я сказал, достаточно быстро должна стремиться к нулю, когда стремится и бесконечности. Или, что то же самое, что у вас вторая производная функция f обращается в ноль при r равном бесконечности. Я вам прежде сказал, что, как говорится, плохо бывает, если эта штука обращается в ноль при единичном значении r. Но оказывается, что то же самое по плохо, если эта штука обращается в ноль и при бесконечности. И тоже, а именно у вас до, если идти от нас, или, после, если идти от большого и взрыва, у вас, и на полпути от истинной космологической симуляции до нашего вектора, у вас возможно, что возникнет такая нежелательная слабая синхронность, которая абсолютно точно так же, как я вам рассказал, в предыдущем случае, она вам вы теряете предсказуемость. Ну вот, рецепт, как оказалось с этими всеми тремя кажется, проблемами справиться. Это можно. Но вам оказывается, ну, что вы хотя исходно изменяли инженерское действие, вы изменяли его в области малых и кризис. Вам его теперь нужно изменить и в области и больших и кризисов, если больше. И оказывается, что фактически есть единственный способ, чтобы не возникло каких-то других сложности. Вам нужно изменить поведение функции f от r уже при больших значениях r, а именно добавить такой же член, какой мы ввели, когда рассматривали интенсивный полный критерий. То есть мало того, что нужно добавить вот тут. Взять добавку в прималых и значениях r. А еще вот просто вот добавить вот такую добавку при больших r. И это еще не все. Значит, это достаточно для решения первой проблемы и третьей. Поскольку при этом оказывается, что у вас есть такая асимптотика, то у вас вторая производная от f не обращается в ноль при бесконечном значении r, и третья проблема исчезает. Первая вещь, проблема исчезает просто потому, что опять-таки эффективная масса при больших r, она вот всегда будет вот этой самой массой, она будет ограничена сверху этой константы. То есть у вас берется масса скалетона никогда не будет и не превысит. Это большое.
А вот в Талдуку пока были, там сделал он вот, чтобы с самого начала решения уже число с хлебом было не слишком большое. Его, так сказать, самый простой способ, это именно то же самое, как и в случае для цивилизации, если это автоматически, это действительно считать, у вас именно чья была инфляция. Инфляция с кривизной в конце аж и не превышающей вот эту самую. М большое, и потом и потом и у вас действительно никакой генерации этих скалеронов не будет. Вот. Но пока сделается, то дальше нужно будет подумать, значит, что вот эта инфляция, если вам самой инфляция, то уже следующий тонкий. Если вам говорил самой инфляция, у вас R является положительным, то в ходе стадии тензорной материи, в ходе перехода с инфляционной стадии, сначала действительно на стадии изменения изучения, оказывается, что во всех моделях допустимы, и действительно не только допустимы, а действительно и всегда. Происходит сильный осцилляции, в которых вы заходите в область отрицательного значения. Поэтому, и хотя бы в начале для нужд описания современной темной энергии, мы вводили функцию F-отца только на полуплоскости, на полуплоскости R больше, но для того, чтобы в такой модели была. Можно было бы описывать инфляцию и всю после инфляционную революцию для середины. А как называется, что ваша функция, вам нужно определить вашу функцию F-оценки для отрицательных. И значение тоже, причем так, чтобы она опять-таки не нарушала первого условия. А отсюда, кстати, интересно ведь известно, что просто из того факта, что у вас M2 штриха должно быть при всех значениях R, как положить жительность, так и отрицательность, оно не должно обращаться в ноль, не должно быть туда жительность. Отсюда следует, что все члены такого типа, у них должны иметь не... в них возникает и не нулевой, и эшафат. Отношения эффективные, как есть отношения обратно эффективной постоянной гравитации при положительных значениях R, просто значение обратной гравитации при отрицательных значениях R. То есть в таком квазинейтоновском режиме оказывается, что у вас постоянная гравитация при положительных значениях R должна быть слегка и меньше, чем постоянная гравитация при отрицательных значениях. Вот. Ну и вот и итог. Вот вам говорится пример. Это не единственное самое. Для того, чтобы уже построиться вот, модель современной темной энергии, которая уже удовлетворяет всем шести условиям. Вам ее нужно сделать, вот это записано, ее нужно исправить при больших значениях R, отсюда слова R квадрат. Конжектор, вот, чтобы добавить этот член. А потом еще ее расширить, сделать какое-нибудь регулярное решение на область отрицательных значений R. Вот. А отсюда стало же экстерны. И вот только после этих двух дополнительных операций можно сказать, что построена хотя бы одна модель
доказаны теоремы из существа названия, что можно фатер теории построить модель, описывающуюся в военной темной энергии, но при этом вот функция фатер вот должна быть очень сильной. То есть узкий класс есть тогда. Узкий класс, как говорится, вода сможет подведение вот этой самой функции. Вот, так сказать, последнее, что я хотел сказать. А вот теперь, хотя это не есть обязательно, но это есть важно. Это возможно. Раз уж оказалось, что даже если мы хотим описывать только современную темную энергию, мы должны ФАТ приписать высокому при больших креативизмах такой же качественно, как и то, которое мы вводим для инфраструктурных моделей. То есть возникает естественный вопрос, а позже тогда и добиться сразу лицо большего, а писать в ЛТКам ФАТ гравитации с помощью одной функции. ФАТ сразу и начальную инфраструктурную стадию, и с современной энергией. А ответ такой, что да, это можно, и очень просто. Для этого нам, как я сказал, для того, как я вам что сказал, что мы должны добавить, для того, чтобы построить модель современной темной энергии, не, как сказать, не портит космологию нами все Вселенной. Вам нужно ФАТ добавить вот такое даже слагательное, где М, где длительность М должно быть больше, чем кривизна в конце инфляции. Так вот теперь мы если мы в конце М возьмем вот именно конкретно вот данные число, то действительно тогда скорректирован, по-моему, вот закатывать инфлатона, и верны вот эти самые формы, и верны эти самые предсказания, которые в такой комбинированной модели инфляции и современной темной энергии ФАТР гравитации, формальные инфляционные предсказания остаются такими, как они были бы и в чисто инфляционный эпус R-квадрат и модель. Однако, опять-таки, имеется история более внимательное для рассмотрения пока сумеется. Хотя формально эта формула говорится верна, как аналитическая. В качестве конкретно, в качестве числа n, мы должны эту формулу подставлять не 50 или 55, как я вам рассказывал раньше, а уже число с, а число под тяжкой 70. И это происходит, потому что в такой модели, вот если модель инфляционная, но мы в этой же модели еще изменили поведение фатер при малых значениях, то в ней оказывается совсем по-другому идет стадия после инфляционной стадии распада скалеотронов и генерации обычной материи. Если в исходной R-квадратно сразу после конца инфляции идет вот такая стадия, в которой есть только вот в смысле для этих малых осцилляций у вас есть просто закон решения C-C-C-D-C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 -
остаются вот эти самые массивные частицы, массивные скалезоны, и до тех пор, пока они и не окажутся, как бы,
частицы, они себя, с точки зрения гравитации, ввергнут в такой, и вот поэтому у вас есть вот нормальный закон разрешения на стадии D и генерирования материи. И он, вот, а вот здесь все оказывается существенно говорится, сложнее. И за счет того, вот, за счет вот этого самого фактора, за счет того, что у вас при всех коэффициентах меньше m у вас имеется как бы эйнштейнские теории, но с разными значениями эффективной инвестиционной постоянной при положительных и при отрицательных и значениях m. И вот за счет того, что у вас происходит вот такой скачок эффективной инвестиционной постоянной при переходе через точку R равняется 0 плюс, то у вас эволюция появляется эволюция важного фактора после концентрационной стадии, такой комбинированной модели приобретает совсем очень, так сказать, интриги. Она состоит из периодов, на которых на одном А равняется константе, а потом А себя ведет как тестовый одна вторая, и в терминах и логарифм t длина второго периода вдвое больше, и до этого среднего, усредненный по этим осцилляциям, у вас закон стрещения усредненный, это не терсепнее. И убитый терсепнее. Отдачи. Вот, так сказать, это можно, это все просчитывается аналитически, но вот я вам действительно покажу как-то за картинку, что вот вам вот у вас говорится так вот вот эти самые куски, значит, это та степень 1 вторая, это самый важный фактор. Те степень 1 вторая, константа, та степень 1 вторая, это себя, как себя ведет этот самый по тренду Хаббла, и это вот такая придет. То есть действительно очень интересно, это действительно самое красивое из практической точки зрения. То есть результат вот действительно такие очень сильные не единичные осцилляции. Ну вот, значит, как и в чистой инфляционной модели, и здесь процесс тротопьева распада инфлатона и тротопьева гетероматерии, вот это есть просто то, что мы называем гравитационное рождение пар частиц, это абсолютно аналогичное рождение, так сказать, то позитронных пар по сильно внешнему электрическому полю. Вот. Но за счет того, что вот здесь осцилляции не гармонические, а сильно ангармонические, то эффект не такой сильный, но достаточно. Ну вот, вот это я, так сказать, в смысле, как раз на этом и кончаю. Вот, так сказать, вот давайте я вам, значит, вот два последних слайда, значит, итог, что мы узнали вот в результате из исследования всех F-атер Смолинских и Мадрид. Значит, как я сказал, что действительно нет проблем, то есть F-атер теории легко описывает инфляционные модели, самая версия простая, как показ, уже дает и жизнеспособную. Неспособны космологическому критерию, который, как я уже вам сказал, со исторической точки зрения, это была первая полностью просчитанная и полностью просчитанная инфляционная модель. Вот ее кажется критический. Для нее критический тест это вот самое действительности тот факт, как сказал, в принципе, от
30-е, 30-е будущий, будущий результат эксперимента Планка, что он изводится. И с его чувствительностью он и не должен и в такой модели найти первичный культурный опыт. Вот. Значит, это сложнее, и как сложнее, как говорится, и постмонополитской точки зрения, так и сложнее с точки зрения обоснования. Построить модели с изменительной энергией. Значит, поток довольно открытый, он довольно такой, и очень естественно, первый мой взгляд, приходится по этой самой добавку. Но, однако, это можно. Опять же, что все-таки это можно, что хотя и что существует, хотя и достаточно узкий класс модели, которые можно что построить модели современной темной энергии, удовлетворяющей всем существующим психологическим данным тестом гравитации в Солнце, в системе и добрато эксперимент. Вот. Но чтобы этого достичь, оказалось, что нужно все предшествующие модели, их нужно и дополнить, и смешать, и изменить, и добавить, значит, дам память вот такую асимптотику при больших значениях R, и, так сказать, и расширить их на область отрицательных значений R, уже, говорится, требуя методом выполнения вот этих устойчивости не только при всех положительных, но и при отрицательных изначальных. Вот. Так что вот, можно пойти дальше, похоже, так сказать, унифицировать, так сказать, и в рамках одной модели, в рамках теории гравитации, а описать и первичную гравитацию, и задачу любой технологии первичную тонную энергию и современную тонную энергию. И для этого по конструкции, ее вот можно конкретно взять самые три на минус шестой от планковской массы. Вот. И, значит, наиболее интересное отличительное свойство вот такой бескомбинированной модели, а чисто интуиционной, как бы вот эта модель, это в том, что она имеет совсем другую стадию после интуиционной стадию перехода от инфляции к стадии изменения ультраэлектрических частиц. Ну, а значит, я подчеркиваю, что все это, говорится, теоретически, это, так сказать, это все главным образом либо в условиях будут теоретической и математической и согласованности, или в условиях того, что мы не помним уже тянем и известны но и главным, конечно, главным способом проверки всего этого класса модели останется, конечно, экспериментальные, как я вам объяснился, из них самым критическим, вот этот самый эксперимент, вот этот самый аномальный рост, возмущение плотности вне критической компоненте, теории, которые
решение называется. И в него. И память. И нет. Thank you.